Сегодня у нас съемка в штольне с искусственным светом. Соответственно, берем с собой инвертор, аккумуляторы, светодиодный свет. Будем снимать фэнтези-тематику в пещере, свечи, колбы с химией и все такое. Многовато стало чудес. Вот съемка, вся эта придумана Анной. Сегодня мы снимаем, во-первых, дизайнерскую коллекцию Светланы Павлешиной, которая называется «Змеулан». Это отсылка к известному сериалу, который называется «Игра престолов». Также у нас сегодня замечательная Юлиана в качестве стилиста по прическам присутствует. Давно хотелось снять что-то в стиле фэнтези. Мне очень близка эта тематика. То, что она сделала, считается большим грехом. Я выкручиваю лампочки для того, чтобы у нас подольше хватило аккумулятора, чтобы не сел. Здесь ледовские лампочки, они жрут всего 6 ватт. А вот эти большие обычные лампы в софтбоксах жрут 125 ватт. Соответственно, такая арифметика. Я испытал мощный эмоциональный подъем. Одной лампочки не хватает. Идем в туалет. Андрюха, а что ты? Стена зеленая. А не знаю, ли зеленел. Мне кажется, это плесень. Короче, наши прекрасные феи не выдержали и пошли в магазин в одежде. Если не запостил в Инстаграм, значит, не было. Возможно ли это? Так. Че, замерз? Там теплее одеваться. Там просто нет. Девочки, прям утепляйте. Мы снимаем красоту шикарную, супербомбическую, с черепом в руке и с собой. Это все. Прекрасно. На самом деле моделей было 10 в начале. Не все дошли до сюда. Но некоторые плохо себя вели. И докатились. Сейчас первый этап съемки закончен. Мы отсняли сову с девчонками. Она там поворачивала голову, очень смешно смотрела. Сейчас сова уехала, мы вот вышли погреться. Скоро будем продолжать уже без совы, но у нас есть старая книга, у нас есть колба с зельем. Вот очень красивые сейчас будут тоже съемки. Юля! А? Хочешь баловать? Часов снимали, очень круто, довольные и уставшие. Сейчас происходит подписание модельных релизов, вот так это происходит, обязательно сзади на машине. После того, как произошла съемка, можно заранее подписать. На каждое узнаваемое лицо должен быть свой подписанный модельный релиз. Если человеку меньше 18 лет, то релиз подписывается одним из родителей. Все это сканируется и погружается вместе с готовыми распажами. Поэтому Андрюха офигенный оператор и без петлички. Поэтому я, да, пишу без петлички, потому что и так все круто вообще у нас.